всем нарядам останавливать автотранспорт, передвигающийся по городу Махачкала, не допускать передвижения гражданских автомашин. Передвижение автомашин только спецслужб, МЧС, пожарная, скорая, правоохранительные органы. Остальные автомашины доставляют в отделы полиции, по ближайшие отделы полиции, повторяю еще раз. Так, внимание там, бездельники, всех людей, ходящих, бродящих по району, доставляйте отдел полиции. Машины оставляйте, со всеми пассажирами доставляйте отдел полиции. Но если видите семейных, взрослых людей, да, предупредите, отправьте. Молодежь всю загоняйте. Самир Талибович, штабники, офицеры обеденные находятся в отделе полиции сейчас и будут принимать людей, рапорта и составление административных протоколов заниматься. Все, кто как понял, ответьте обязательно.